Всем привет! Дирик, ты был прав. Что делать? Подскажи. Когда я говорил, не трогайте органы вашего автомобиля, парни за океаном в Европе борются за то, чтобы было легко дышать нам. Установили катализаторы. Но парни в гараже решили, что там живут глупцы. И это очень легко взять и удалить. Удалить этот орган. Да? А сейчас есть видеофиксация, фотофиксация при прохождении техосмотра. Эти парни так же легко сейчас установят катализатор обратно, чтобы мне пройти техосмотр. Увы, нет. Дирик, что делать? Надо платить. Надо восстанавливать здоровье. Нужно устанавливать обратно наш катализатор, наш автомобиль. А где его взять? А взять его можно только у меня, чтобы пройти CO2. Не трогайте катализаторы. Не ведитесь на эту мульку гаражную. Всем пока. С вами Крутой Дирик.